теперь, уважаемые, давайте просто этот грёбаный бархатный сезон прошмаляем. Вот такие вот типа акция. Это называется на дурачка. Одной из торговых сетей, не будем говорить каких. Смотрите. Житевский Гус. Всякий Хенкель. Холстин. Прочая шняга. О. Даже козёл. Кто ответит на козла вообще? Нет желающих. Ну, я его по такой цене не нашел. Эфес Пилснер. Зато Жигуля можно умотаться за 90 полторашку. До усрачки. Но самое интересное. Карл Лорзберг. 42 рубля. Прикиньте, сколько это в евро. Это нормальная шняга. Но это бывает редко. Так-то он вообще-то стоит дороже. Самый лучший, конечно, сибирская корона. Она самая дорогая. Бездельник там какой-то. У нас вот идет потом что? Вот это вот дерьмище я еще не пробовал. Она 0,33, но, слушай, стоит. Просто какая-то кола, блин. Кофе-кола. 7-Up. Вот это, полное говнище. Он хоть и энергетик, хоть и сбросил цену. Но, слушай, такое говно. Я вообще, даже не это самое. Армай, койбай, гудбай. Вот какая-то хрень. По нанотехнологиям сделана. Акция 3+1 подарок. Фрутоняня. Я обезьяня. Чудо-йогурт всем пару. Хорош. Чудо-детки. Кушайте сладкие конфетки в шоколаде. Йогурт. Мне запомнился йогурт. А почему запомнился? Потому что секс. Вы понимаете, лежит голая женщина, а ты поливаешь этим йогуртом ей между ног, а потом с клитора все это слизываешь. Медленно и нежно. Это полная кончина. А если там еще ягодки попадаются, то это вообще. И все это удовольствие за 23 рубля. Это меню зерно, это колбаса. Колбасятина типа. Запомните, колбасятина. Я имею в виду музыку. А вот пиписки, извините, сосиски 249. Это получается, раз, два, три. Ну, если здесь так и есть, то 5 пиписок по 100 рублей. Это значит за, 10 рублей? Нет. Ну, короче, пиписки. Кому нужен кетчуп за 40 рублей? 39,90, я тебе и говорю, это ихняя такая херня. Вот, посмотрите, не хочу показывать, блин. Американцы травят нас. Кока-кола не вкуснее. Ты попробуй, аху. С ума, в общем, сойдешь. Говно полное. Предпочитаем местный продукт. Смотрите. О, Мичка. Я видел вроде Аленку, там мамичка. Вот тебе в попец за 69 рублей огурец. Кетчупом помазал и потом слезал. Это цены одного из российских супермаркетов. Бабкины семечки. Мясо куры. Мясо куры 40 рублей. Фортуна, Беринг, Сайра, Яблоки, Глобус, Свинья, Свинина, Говядина, подожди. Свинья – это свинья, а говядина – это корова. А, да, я подумал, лошадь. Что у нас тут? Паштет пацанский. По-пацанский паштет 50 рублей. Вот, у нас корм стоит. Довольно-таки неплохо скинули они сейчас. Чуть ли не наполовину, блин, слушай. Гоурмет корм. Блин, с такой камерой снимать, ну и нахер, все. Куплю камеру другую. Вот что мне нравится. Вот это вообще классные шоколадки. Да, ананасички такие, хуясички. Ага, кушайте кашу. Геркулес.
У вас появятся силы и захочется побежать в лес. За шишками, за шишками. Так, чай. Туда-сюда. Там ничего. Чай. Лошадь называется. 200 рублей чай стоит. Ограниченная серия. Не тормози. Сникерс сни. С пинделем. Если есть еще вкуснее, это в попе Milky Way. Ну, короче, вот Аленка. Аленка тоже ничего, девчонка. Можно ее иногда употребить. А вот этот гребаный бархатный сезон для алкашей. Так как я не пью, я ничего не могу вам сказать про это дело. Потому что это меня не касается. Но знаю, что алкоголь здесь не натуральный, с добавлением всякого херня. И даже если ты покупаешь мартини за 1000-2, никакой гарантии, что ты не получишь разбавленный спирт. Засунь себе щетку в рот и порадуйся. «Мы заботимся о ваших улыбках», — сказал стоматолог и выбил ему все зубы. «Зачем?» — спросил пациент. «А для того, чтобы вы пришли ко мне снова», — ответил врач. «Чистая линия — это, между прочим, нормальная линия, производство местное, пользуется популярностью. Это для девок, чтобы поливать свои прелести. Сила науки и чистоты. Не доводи до греха, а то получишь пи...» Ну, короче, чистота, свежесть всего вам наилучшего, глаза. И последнее, что мы видим здесь. Мы видим здесь миска с крышкой. 135 рублей. Контейнер 67 рублей и два контейнера. Контейнер 8, 80 рублей. Панталоны панталоном. Вот такая вот скидка с 23 августа по 29 сентября. Так что торчите и в гости заходите.